Житель Нарьян-Мара пытался сбыть шкуру бурого медведя. Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ненецкому округу в ходе проведения оперативного мероприятия в одном из гаражных кооперативов по улице Авиаторов обнаружили шкуру незаконно добытого животного. Всех, кто располагает какой-либо информацией о незаконной охоте на животных, просьба сообщать в дежурную часть УМВД по телефонам 02 или 4 21 26, а также на телефон доверия окружной полиции 4 21 52.